Карантин не повод забыть о физкультуре, а наоборот, возможность прокачаться. Взгляни на девушку, которая наделала кругов по гостиной общей протяженностью 10 километров. Хуан Яньчжо обожает марафоны, но из-за карантина даже обычная пробежка на улице стала недоступной. Однажды рано утром девушка проснулась, открыла окно и побежала по комнате. С тех пор она бегает каждый день, а еще делает разные упражнения и иногда показывает их подписчикам в соцсетях. Так и ей не одиноко, и им не скучно. Хуан считает, что бег по дому – это не очень правильно. Но все же лучше, чем за несколько месяцев потерять спортивную форму без движения. А что выбираешь ты? Лайк, если бегаешь, репост, если лопаешь чипсы на диване.